Талантливые школьники из 30 регионов страны собрались в Приморье для участия в финале Олимпиады национальной технологичной инициативы. Современное соревнование команд проходит на базе Дальневосточного федерального университета. Юным инженерам необходимо выполнить задания по трем профилям. Например, создать беспроводную зарядку для подводного робота или разработать транспортную логистику по системе «Умный город». На выполнение задач у школьников всего 3 дня. Победители получат 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов – биологии, информатики, математики или физики, а также дополнительные бонусы при поступлении в ВУЗ.